вот эти ребята, крупные фотографии какие-то. Я, по крайней мере, не участвую еще на ночь. Заинтересованность проявила ряд стран, в том числе и Китай. Китай и даже Арабские Эмираты и интересовались. Ну и другие государства, в частности, и специалисты из Соединенных Штатов Америки, очень внимательно изучали этот корабль. Авианосец должен иметь смешанную энергетическую установку. И ядерную, и на обычном топливе. Это повышает его мобильность с точки зрения боевого применения. Я видел карту, которую Колумб нарисовал своей рукой.